Привет всем! Сегодня будем мы готовить кефаль. Как говорится, шаланды полные, кефали. А у нас вот понадобится соль, белый перец. Начинаем обычную процедуру. Солим. Со всех сторон. Вовнутрь, чтобы тоже попала соль. Так, и теперь я вот пользуюсь таким белым перцем. Для рыбы это незаменимая вещь. Всем рекомендую. Вкус необыкновенный. Так вот, перчим. Так, и отправляем в пакет целлофановый, чтобы у нас рыбка просолиться успела на пару часиков. Через часик можно чуть-чуть соли добавить, чтобы вовнутрь она успела промариноваться, просолиться чуть-чуть. Прежде чем положить рыбку на решетку, надо решетку обработать, смазать всю ее маслом. У меня было подсолнечное. Смазываем маслом для того, чтобы наша рыбка не пригорела. Дождались угольков мы. Теперь в течение 10 минут мы будем рыбку нашу готовить. Смотрите, рыбка наша уже румяная, красивая. Даже ребенку по силу сделать такую вкусную вещь. Наша рыбка, смотрите, какая красивая, ароматная, очень вкусная, готова. Для чего, смотрите, мы мазали маслом, вот я хочу показать. Теперь можно нас выкладывать. Все легко отходит, ничего не прилипает. Ребят, наша кефаль готова. Теперь можно ее украсить и подавать к столу. Приятного всем аппетита! Кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!